Всем привет, с вами я, Анетка. Всем привет, ребята, и Кента ПК тоже на проводе. Ребята, сегодня у нас будет битва кейсов против моей девушки по имени... Анетка! Да, ребята, но перед началом данного крутого видеоролика мы хотели бы вам сделать небольшой подарочек. UMP-45 Beast? Верно? Да, ребята, мы подарим вам UMP-45 Beast. И чтобы получить вот этот замечательный, крутой, офигенный скин, тебе надо прямо в эту секунду поставить лайк, подписаться на мой канал, написать хороший комментарий плюс свой ID и самое главное... На мой канал? Да ну, блин, смотреть видео без примоток, ну, Ань, ну трофлишь. И смотреть это видео без примоток. Давай. И смотреть это видео без перемоток. Ну что же, ребята, и какой первый кейс выберет Анетка? Анетушка, выбирай. Я выбираю Rival кейс. О-о-о-о, девушка, полегче. Да? Ребята, а я напоминаю условия. Тот человек, у кого будут дороже скины, тот победил и получает все скины проигравшего. Ой, Анетка говорит, вот честно, я выиграю. 100%? Нет, Анетка, ты не выиграешь, выиграет папочка Кент. Ребята, а вы прямо в эту секунду напишите, как вы думаете, кто же победит, напишите в комментарии снизу. Анетка. Анетка, открывай, поехали. И как Анетка открытие кейса начнет, так она его и закончит. Ну, слушай, Анетушка, ну неплохо. Анетка выбила эпик с первого кейса. Ребята, это неплохо, но папочка Кент прямо в эту секунду вам покажет, как правильно надо открывать кейсы. Ребята, просто смотрите. Я сейчас тоже открою ревел кейс, и мне выпадет минимум легендарка. Смотрим. Легендарочка, так-так, ну... Опять? АКР карбон. Блин, и не статрек. Нет, пролетел один нож. Вот это боль. Анетка впереди. И теперь очередь Анетки. Анетка, выбирай кейс. Я выбираю Rival кейс. Окей, ну пробуем Rival кейс. Он самый везучий. Я надеюсь, тебе выпадет M40 Beagle. Это да? Твой любимый скин. Ты его заслуживаешь. Ребята, ну что же, держим кулачки. И Анетки выпадает. Анетки выпадает. Обалдеть, я Ванга. Статрек? Ну блин, ну это статрек. Это неплохо. Слушай, он стоит 20 голды. Это как эпик. Обалдеть, ребят, я в шоке. Вот это Анетке фартит. Я же Анетка говорила, что выигрывает. Анетке повезет. Так, Анетка, я тебе голду отдавать не хочу. Поэтому, ребята, надо отыграться, надо отыграться. Так, так, так. Давайте-ка я открою Furious Case, потому что Rival Case, ну, чуть невезучий какой-то. Поехали, поехали, поехали. UMP-45, UMP-45. Нет, нет, нет. Да, UMP-45, да, UMP-45. Офигеть, Анетка накаркала. Анетка! Так, ну что же, Анетушка, выбирай дальше кейс. Я выбираю Rival кейс. Опять Rival кейс. Ребята, ох уж эти девушки. Ну что же, открываем. Надеюсь, Анетке выпадет опять M40 Beagle, только не статрек. О, ну в принципе тоже неплохо. P350 ралли, как раз скин для Анетки. Так, ребята, ну прямо в эту секунду мне пора отыгрываться, потому что Анетка побеждает. Ребят, меня кента, Анетка побеждает. Ну я же говорила, что я выиграю. Ой, ой, да. Кого она там выиграет, ребят, я вас умоляю, кого она там выиграет? Потому что девушкам всегда везет. Девушкам везет, ребят, ще батька покажет, кто тут главный. Origin кейс, давай, братанчик, ножик, ножик, ножик. Не-не-не-не-не. Блин. О, вот это блин. Анетка открывает только Rival кейсы. Ну окей. Ну, потому что мне окей. Везет. Без проблем, поехали. И что же выпадает Анетке? А ну-ка, а ну-ка. Фух. Анетка, как? Статрек. Офигеть. Как она такая везучая. Класс. Ей даже если падает говно, то это статрек. Офигеть. Блин, ребят, ну это несправедливо. Так, Анетка, я закрываю глаза. Скажу, что выпало. Я закрываю давай. Глаза. Керамбит, 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 керамбит. В смысле, М4 Pro? Чего? Чего? Это опять Анетка наколдовала. Это твой кейс, реально. Реально, ребят, я не понимаю, в чем причина. Это, походу, Анетка колдунья. Анетка, я тебя такого не ожидал. О, Rival кейс. Опять Rival кейс. Ребята, очень надеюсь на то, что Анетке, черт возьми, выпадет P350 ралли и не статрек. Ну, конечно, нет. Так, а ну-ка, смотрим. О, опять эпик! Офигеть! Ла-лей-ла-лей! Супер, да? Офигеть! Потому что Rival кейс супер, и всегда открывайте Rival кейс.
Ну что же, и прямо, ребята, в эту секунду я должен выбить какой-то нож. Вот знаете, вот просто по законам подлости, вот должен выпасть какой-то нож. Вот прям на зло Анетке. М9 Байонет, ну, например. АК-12 пиксель. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Чего? Да, все, супер. Чего? Анетка, мне вообще ничего дороже 3 голды не выпало. Офигеть, сколько я голды просрал. Это я подкрутила. Это Анетка подкрутила, я не сомневался. Так, Анетка, выбирай, есть 2 кейса. Или Origin кейс, или Furious. Origin кейс, окей. Фух. Все, блин, если тебе выпадет нож, то, Анетка, я просто съем свои носки. Я запомнила. Я запомнил, но нож не выпадет. Опять статрек! Ребята, что это такое? Анетка тупо наколдовала. Офигеть, Анетка, как ты это делаешь? Ты убиваешь одни статреки. Обалдеть. Блин, ребят, надо почаще открывать кейсы с Анеткой. Моя последняя надежда, Фуриас кейс, прошу тебя, не подведи. Пусть это будет. Керамбит, 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 керамбит. И дальше, дальше. Я проиграл. Я Анетке должен 600 голды. Офигеть. Анетка. Блин, я, ребята. Я богата. 600 голды просрал. И на этом у меня все. Пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал Анетки. Всем удачи и всем пока.